Вы родились в Питере. Я думаю, что вы любите этот город. Нет, я не люблю уже этот город. Этот город оказался абсолютной бутафорией. Этот город должен был бы быть оплотом всего нерусского, всего непосконного, всего нелапотного, всего не грязного, не озверелого, не завшивленного. Этот город должен был быть частью Европы и нести в себе свет Европы для всей России. Но оказалось, что все, что построили Франсуа Бартоломео Растрелли, Росси и все остальные французы и итальянцы, это все декорация. Это декорация в обычной русской деревне. Они оказались такими же, как и все остальные. Вспомни, недавно именно в Питере был приговорен к уничтожению iPhone 12, на которой какая-то девочка сняла свою попу на фоне какого-то собора. То есть мы видим, что демонстрации дикости, примитивности, лапотности, пасконности Петербург не отличается от любого Мухосранска.